Расскажите о вашем участии в сегодняшней акции, вот ради чего здесь сегодня все происходит. Одесса – это следующий город в Украине, который принял программу миротворчества в Украине «Роль женщин». И в программе женщины Одессы решили, что их подруги, которые приехали из пяти областей Украины, это женщины-миротворцы, здесь собрались вместе с одесскими женщинами, представителями женских организаций области, Одесской области, чтобы возложить цветы, чтобы пройти таким маршем мира и почтить память всех погибших защитников Родины, Украины. Поэтому мы все здесь собрались вот женским большим коллективом всей нашей Украины. Oh.